Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим «Alpha Among the Sleep», игрушки, которая давненько уже у меня под прицелом, и буквально вчера демо-версия вышла в публичный доступ. Поэтому, я думаю, стоит посмотреть. Игрушка про маленького ребенка, который пробирается по дому, в котором, судя по всему, происходит что-то крайне нездоровое. Надеваем наушники, задергиваем шторки, погнали. Так, высота управления, Ctrl, краса, Space, забираться, и мышкой можно будет тянуть разнообразный предмет. It's time for bed now. Время спать, говорит. So good night, precious. Хорошей ночи, сокровище мое. Спокойной ночи, на самом деле. Я спою тебе песню, которую мне моя мама пела, когда я была маленькой. Жутковатая песня, на самом деле. Хорошо. Мы в кроватке. Выглядит, кстати, довольно-таки неплохо. И игра должна была собрать 200 тысяч на кикстартере, чтобы все у нее было хорошо. Она уже собрала эту сумму, так что ждем скорого выхода. Мишка. Отлично. Япона мать. А как это вообще? Ну офигеть теперь. Мама? Босиком, смотри, шлепает. Чё-то как-то, я не знаю, это нормально вообще, нет? Где мама? Как там в том фильме, да? Виктория! Мама зла! Так, дверь, помогите мне, говорит. Отлично. Так, ну что, нам походу нужно вернуть ручку, может. Какой умный мальчик. Хорошо. О, так мы еще и на втором этаже. Домик явно не маленький. Кто там кричит? О, шкаф. Ненавижу платяные шкафы. Что-то как-то вроде особо пока ничего не происходит, но то, что у нас маленький ребенок, который даже убежать не сможет, если что. Ну-ка. Я не знаю, зачем я это сделал, но... Вот так мне сильно спокойнее. Тихо, тихо, ну, ох, ты прям на распашку. Блин, ну прикольно все сделано, взаимодействие, как какой-нибудь амнезии, не знаю. Так, все, успокойся, не надо открываться полностью. Ах, хорошо. Медведь. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но это было очень упорно.
Давай пойдем со мной, Мишка. Я назову тебя Медведь. Нужно найти, говорит, твою мать. Это самая странная игра в мире. Определенно. Так, там что такое? Огнетушитель, что ли? Офигеть. Так, ну ладно, пойдем вниз. Подожди, там же дверь какая-то есть, вроде нет? Понятно, все, я понял. В общем, туда сами идите. Нафиг. Я вниз. Тихо. Офонареть просто. Блин, игрушка что-то какая-то... Ой, пипец, в наушниках прям вообще невозможно в нее играть. Давненько у меня такого не было, что просто хотелось ее выключить. Давай, малой, пойдем. Бардак-то какой. Телек. Короче. Давайте потихоньку пробираться. Уже просто потому, что мне надо выбраться отсюда. Я не хочу тут находиться. Тихо. Жуть, жуть жутчайшая. Давайте как минимум выключим этот чертов телек. Не выходит. Походка у меня, конечно. Ладно, неважно. Просто уходим из... Нормально. Просто мыши шарят. Так, короче, давайте, знаете как, потихоньку выглядывать. Кто-то хозяйничал в холодильнике и выпил мое молоко. God damn you! No! Капец. Ну вот это вот, ну кто-то, ну что это такое? Что у нас в духовом шкафу? Ничего. Стеночка прикольная такая. Посудомойки тоже. Ну и ладно. На самом деле я не думаю. На самом деле я не думаю, что нам тут что-то нужно, но просто я оттягиваю момент, чтобы идти в эту комнату, потому что из-за нее такие звуки идут. Так, здесь у нас что? На стол мы сможем забраться, нет, по этой?
по этой непонятной конструкции. Не хочет. Вообще круто сделано, да? Так подумать. Так, все, ну нафиг, пойдем отсюда. Здесь еще страшнее, чем я думаю. А, я понял. Давай, погнали. Надо просто болеть с кухни. Стандартная проблема маленького ребенка. Маленький рост. Блин, камера. Чего ж ты так дергаешься? Не, на самом деле, то, что игру начали финансировать, просто я видел ранее еще концепт, когда игру только собирались сделать. Она выглядела посырее. Сейчас видно, что в нее вкладывают деньги. Она прям очень такая вылизанная, красивая. Отработанная по полной программе. Так, хорошо. В доме вообще жил кто-то... Тихо, тихо, да блин. Все, я валю отсюда. В доме жил человек, которому... Да господи, ну что ж с тобой не так-то, дверь? Человек, который был явно неравнодушен к огнетушителю, мы их уже штук 10 нашли на дом. Так, а с этой дверью, я так понимаю, вообще ничего. Хорошо. Спокойно. Все в порядке. Это... метла. Или это совок? Нет, это метла. Все хорошо. Громом нас не напугаешь. Мне показалось, это чьи-то ноги. Полная-полная тьма. Круто. Сейф. Папаня-то явно непростой был, да? Почему был? Есть. Мы выберемся. Мы выберемся отсюда. Так, ну в сейф я лезть не буду. Господи. Да, не то. Ладно, неважно. Я хотел по ящикам забраться на самый верх. Но зачем? Самый главный вопрос. Так, это... Это чье? Это мое? Это вообще, походу, мы уже... Я не знаю, что это? В гараж? Нет, это спальня. Отлично. Конечно же, ручка. Так, а что если... Элементарно. Пока что не очень страшно. То есть, вы знаете, сколько мы хорроров посмотрели за последние 2 недели. Как-то уже привыкли к такого рода пугалкам. Может ли эта игра предложить что-то большее, чем просто страшные звуки из коридора? Мама? Мне показалось, что на кровати что-то шевелится. Ой, твою мать, что-то жутко резко стало. Офигеть. Ой, ой, ой. Ой, какие...
быстро сориентировался. Тихо. О, ты мне угрожаешь? У меня есть грязная простыня. Блин, у меня ничего нет. Это самое страшное в хоррорах, когда вообще нечем просто отбиться. Так, подожди, что там такое? И вы знаете, там сам... Ой, твою мать. Эти двери, по-моему, просто сами хотят меня убить, потому что они скрипят так. Кто-то сопит. Ладно, не важно. О, жутко. Ну, свет, по крайней мере, есть. Да? За дверью кто-то напевает. Отлично. Ну-ка. Подумал, может, по коробкам туда забраться. Зачем вообще столько коробок? Переезжать, что ли, собрались? Я переехал из такого дома. Так, ну и конечно же... А нет, смотри, не закрыто. Это по ощущениям выход на улицу. Обувь, вешалка. Мама? Подожди, это же... А, я понял, это мы обратно вернулись на кухню. Сейчас, если придется от чего-то убегать, если я подготовил неплохую... нычку. Ой, твою мать! Ой. Так, сейчас сядем поудобнее, стряхнем кирпичи. Так, ладно. Ладно, нормально. Я что-то как-то уже перехотел играть в эту игру. На мать. Это что это там вообще такое? Щупальца какие-то, что ли? А, смотри, это... Это нормально вообще? Странная игра. Очень странная. Подвал у них, судя по всему, затоплен. Ну, как затоплен. Как-то вот так вот все. Я, честно, ожидал от игры немножко другого, но то, что мы имеем, мне нравится. Просто это более такое психоделическое что-то. Там, я думал, просто маленький ребенок будет пугаться. А тут маленький ребенок пугается летающих в воздухе склянок.
Давайте возьмем. Надо фонарить просто. Сколько кирпичей? Окей. Что это вообще такое? Я, честно, не понимаю, но... Ну и на этом демка заканчивается. В принципе, там дальше показывать особо нечего, просто идут анонсы, что вот она выходит скоро. К сожалению, пока что она очень кривовато работает с записью. В общем, такая игра мне понравилась. Не сказать, что сильно напугала, потому что, по сути, тут ничего, кроме атмосферы, и не было. Но, тем не менее, выглядит все это очень интересно. Ждем полной версии на Кикстартере. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.